Привет, привет! С вами Алина Алифеенко. Сегодня я вам покажу дневничок, который сделали куклы Monster High. Вот так вот он выглядит. У него оранжевая обложечка из фетра. И я здесь написала Diary, что значит дневник, и украсила разными снежинками и сердечками. Открываем. Здесь я затонировала фиолетовым цветом. Это здесь форзац такой. И с другой стороны тоже. Здесь она будет заполнять свои дни. Вот такой вот у нее дневничок. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока!